Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. Местность, о которой пойдет речь в нашем рассказе, называется Ладжат. Эта вулканическая плата находится на стыке провинций Дра и Сувейда, примерно в 50 километров от сирийской иорданской границы, через которую отряды так называемого Южного фронта сирийской свободной армии и снабжаются оружием и боеприпасами. Долгие годы бок о бок с ними против правительства воюют и террористы Джабхат ан-Нусра, сменившие свое название на Хаят Тахрир аш-Шам. Более месяца с командирами так называемой «Свободной армии» шли переговоры о добровольной сдаче, но они по большей части не увенчались успехом. Лишь несколько группировок согласились сложить оружие. И тогда в дело вступили силы «Тигра», недавно переброшенные на юг страны. Фронт в плато Ладжат вбил клин между двумя стратегически важными трассами, ведущими из Дамаска в столицы двух южных провинций – Дера и Сувейда. Поэтому первой задачей, которую поставил генерал Сухел Хасан перед своими войсками в ходе наступления, стала ликвидация ладжатского выступа. Его спецподразделение продвигалось с восточной стороны платы, занимая окрестные деревни. Каменистая местность равнины не позволяла бронетехнике сил «Тигра» маневрировать, и идти ей предстояло по дорогам, которые зачастую были заминированы. Саперные подразделения «Тигра» выдвигались ночью, чтобы обезвредить мины и фугасы перед броском до следующей деревни. بعد السربة بنفس المسافات بنفس المسافات يلا فوق عند البيت الطابقين ما بدي شيء روح لا خليك بنقطتك وغطي لي من هون بس انت يمين ولا يمين على له هناك نفس تعليمات قالوا تسميت الغرب هذا بسيط Ладжат не приспособлен для рытья окопов и блиндажей. Поэтому боевики зачастую оборонялись среди камней на окрестных сопках, с которых просматривались дороги в деревню. Других шансов удержаться у них не было. Но здесь противника ожидал неприятный сюрприз. Прибывшее на юг подразделение действовало быстро и слаженно. Боевикам приходилось стремительно отступать под огнем артиллерии и авиации. هون حط اجواء عشان الضغط مع خلف الله والدفاع
Бойцы «Тигра» заняли небольшую деревню под названием Джадат, и уже через некоторое время после проверки дороги в нее зашли танки. Бой понемногу затихал. Вот только что с высоты приехал боец на вот таком замаскированном пикапе. Если я не ошибаюсь, это Toyota. Вот говорят, что его взяли у боевиков. Они его бросили при отступлении. وهذا العتاد الذي استحوذ عليه الجيش العربي السوري من جبهة النصرة والجماعات الإرهابية المسلحة دبابات T-72 وسيارات أيضا مفخخة ورشاشات بكيسي ورشاشات 23. Бойцы «Тигра» вскрыли вход в этот небольшой подземный погреб. Здесь много боеприпасов, танковые снаряды. Вот здесь цинки с патронами. День сегодня выдался интересным. Мы прошли по прямой около 6 километров своими ногами. Финальной точкой нашего маршрута стала деревня Джадаль. А назад мы возвращаемся на трофейной машине. Дело в том, что окружение боевиков практически завершено. По прямой до своих войск, которые располагаются на трассе Дамаск-Дера, остается не больше 10 километров. Они это понимают, поэтому пытаются успешно покидать свои позиции, ну и бросают технику, оружие и так далее. Посыпавшийся фронт в районе деревни Джадаль для боевиков означал скорый конец. Поэтому их отряды начали отходить с севера на юг в сторону сирийско-иорданской границы. 24 июня российская и сирийская авиация в течение суток наносила авиаудары по отступающим боевикам в районе города Бусра-аль-Харир. Это место находилось в горловине образующегося Ладжатского котла. Поэтому уже на следующий день силы «Тигра» были переброшены к Бусра-аль-Харир с целью взять город. Сопротивление противника ожидалось серьезное, так как на этом фронте несколько лет не прекращалась позиционная война. Боевики имели хорошо замаскированные огневые позиции и давно пристрелялись по сирийским войскам. К тому же местность здесь открытая, и поэтому рассчитывать «Тиграм» приходилось только на внезапность атаки. Пехота прошла пешком больше километра до первых зданий и закрепилась. Дальше вновь начиналось голое поле и камни. Бойцы штурмовых групп проверили местность на мины и обеспечили прикрытие брони, а также других отрядов, которым предстоял следующий бросок непосредственно к окраинам города. Я
ابو عدي ابو عدي خليك معي دقيقه. البيت هداك فيه على يمين ورجم وعلى يسار ورجم. ندفع مجموعه لهنيك، تدفع خمسه كمين على اليمين وخمسه على اليسار، بتامن لي الجهه الجنوبيه يا حبيبي. Одна за одной БМП перебрасывали штурмовиков на левый фланг наступления. Часть отрядов уже закрепилась на окрестных сопках, огибавших город. Другая старалась как можно ближе подойти к первым домам в Бусра-аль-Харир. В самом начале продвижения противник отвечал крайне вяло, что было на руку наступавшим. Когда основные действия уже разворачивались на правом фланге от дороги в город, пошел плотный огонь из зениток и пулеметов. Минные снаряды падали как на старые позиции сирийской армии, так и далеко в тыл. هذا الصاروخ شرد يا علي يا ميمدال، الله لا يعطيك عافية. على كل الأحوال هري بعد الكلب هري. والله عم يرمي على هون، روح يتحرك، روح هي رمي علينا علينا رمي على المستر مبين تقلع الثاني تقلع الثاني Все, уходим.
Ну что, ситуация складывается пока не так радужная. Противник потянул подкрепление, начал отвечать артиллерийским огнем, огнем из танковых орудий. Только что снимали полковника Юниса за работой на наблюдательном пункте, и прилетел танковый снаряд осколочно-фугасный. Но, слава богу, все остались живы. Продолжаем снимать. Ну что, сопротивление боевиков не прекращается. Мы сейчас сидим на одном из наблюдательных пунктов. Вокруг нас, словно дождь, падают мины. Впереди одна группа, она сидит за своеобразной такой маленькой горкой. Они обрабатывают первую линию боевиков. Ну и по ним тоже сейчас стало прилетать очень часто. Буквально каждые 3 минуты. Поэтому сидим, наблюдаем. Может быть, атака продолжится ночью. Tiger forces started to attack Musa Harir again at night. In the morning it was hard, but there is nothing impossible to do. And now Taha's groups started to send the groups inside forward to Musa Harir. 5 minutes ago, the tank shot a house. There was a group of terrorist people in it, and it destroyed it. And the snipers shooting many shots. The night is belong to us, but we have to move slowly, step by step, so we don't lose any fighter, and we will win this. I wish tonight Busra al-Harir will be under army control. Утром 26 июня путь Бусра аль-Харир был безопасен. Город был в спешке оставлен боевиками, которые так и не смогли отразить ночную атаку тигров. Хотя еще днем ранее, через свои пропагандистские ресурсы, они распространили видео, снятое на фоне этой мечети. В нем утверждалось, что их бойцы будут держаться до последней капли крови. Пехотинцы досматривали подозрительные дома и подвалы, но город оказался совершенно пустым. Тишину, царившую на улицах Бусра аль-Харир, нарушал лязг гусениц трофейных танков, за которыми сидели теперь сирийские экипажи. Вполне исправную технику, которая еще сутки ранее вела огонь по тиграм, противник бросил прямо на позиции. هذه الدبابة تيتني من 70 قناص تم
يعني وجودها والاستيلاء عليها من تحت بناء مهدم نتيجة استهدافات جوية متكررة لها. إحدى الآليات التي حصلنا عليها في بصحري من المصالحي وهي عبارة عن سيارة بيكاب محملة 23 سلاح 23 دفع جوي. Уже монтируя данный материал, мы заинтересовались сообщением от 27 июня, опубликованным на официальном сайте данной неправительственной организации. В частности, речь шла о бомбардировке 5 госпиталей на юге Сирии, функционирующих под ее эгидой. Но как минимум информация об уничтожении госпиталя в Бусра-аль-Харир является недостоверной. По отсутствию разрушений становится очевидным тот факт, что целью авиаударов госпиталь не являлся. Медучреждение не только продолжало функционировать до последнего момента, оказывая помощь в том числе и боевикам, но и имело необходимые запасы лекарств для ее осуществления на продолжительный период времени. Подтвердить или опровергнуть всю изложенную информацию в сообщении на сайте данной организации мы по понятным причинам не можем, но говорим лишь о том, что видели своими глазами. Надо сказать, что снабжение у боевиков было отменным. Вот здесь вот в госпитале мы нашли средства для оказания первой доврачебной медицинской помощи в полевых условиях иностранного производства, в основном американские. Я хочу сказать, что эти средства даже в России стоят достаточно больших денег. Поэтому, скорее всего, их поставляли сюда зарубежные спонсоры. Да, мы с вами находимся внутри гуманитарной организации, а именно внутри госпиталя, но также мы здесь обнаружили большое количество взрывных устройств. Сами можете видеть, какие здесь гуманитарные организации хозяйничали. Ликвидация Ладжатского выступа стала первым успехом войсковой операции на юге Сирии. Боевикам не помогло ни полученное из-за рубежа оружие, ни многолетнее обучение иностранными инструкторами. Но несмотря на понесенное поражение, почти со стопроцентной уверенностью можно сказать, что спешить сложить оружие отряды так называемой умеренной оппозиции не будут. Ведь их командиры за годы войны почувствовали вкус денег и власть над простыми людьми. Расстаться с этим для многих из них хуже смерти. Поэтому, если на поле боя обстановка для боевиков продолжит ухудшаться, в ход могут пойти любые провокации. Это не раз показывал весь ход сирийской войны.